упоминал уже этот фильм, для меня важный там на телевидении, «Офицерский романс». И его снимали мы наполовину как документально, наполовину как художественно. То есть очень много делали до съемок. И в том числе я помню, что режиссера, кстати, режиссер тоже был такой, который снимал обычно художественные фильмы. По-моему, Юрий Киселёв. Вот, и он на одну съемку принес фляжку. Такую солдатскую, да? Знаете, конечно же, увидел там, открутил пробку, оттуда вином пахнет. Я говорю, что там это самое? Знаете, что, ваджин, что ли? Я говорю, конечно. Ты же принес, наверное, выпить? Нет, говорит, это я для съемок. Оказывается, в одном из эпизодов какой-то мы снимали для какой-то песни, по-моему, для Нюрки, что ли. Ну, в общем, ему был важен кадр, где автоматная пуля там пробивает фляжку, из нее течет что-то красное, вроде как кровь. Вот после этого я написал песню. Ведь это сердце, а не фляжка, и не вода, течет, а кровь. Спасай последняя тельняшка, дай силы первая любовь. Спасай десантная тельняшка, дай силы первая любовь. В чужой земле, в нерусском небе, война следила день за днем, как на солдатском горьком хлебе мы выживали под огнем. Атаки рейды и подрывы, стук пулеметов и сердец, но мы с тобой остались живы, мы вернулись наконец. А если снова станет тяжко и нас война догонит вновь, спасай последняя тельняшка, дай силы первая любовь. Спасай десантная тельняшка, дай силы женская любовь.